Здорово. Это, конечно, спасибо. Это приятно. Привет всем хвостатым и не только. Произошел вайп, я залетел на сервер и начал свое выживание. Каким оно получилось, судить только вам, поэтому не забывайте поставить свой лайк, комментарий и если вы еще не подписаны, обязательно подписаться на этот канал, потому что здесь выходит много всего интересного. Также прошу вас не забывать, что я играю на серверах проекта Восток Раст, классика и модовый. Все коннекты и ссылки в описании, подключайтесь. Не смею больше вас задерживать, поехали. Платва, поехали. Искать место для дома. Есть тут уже один домик, но думаю, он не будет сильно большой проблемой. Здесь вот мне хочется построиться. Приятное местечко, поэтому вперед. Ну, вроде как хатка готова. Теперь можно построить сундучки и идти лутаться. Здорово. А как это? А почему урон не пошел? Что за бред? Сейчас только что был. Если тот чувак думал то, что я его не вижу, он очень сильно ошибался. Не-не-не-не-не, чувак, подожди. Дай дух переведу. Блять, у него-то тоже что ли огненный? Да серьезно, да как-то... Почему в первый раз того чувака мне не пришел урон? Там не было показано. Что это за бред? С начала вайпа я все еще был один. Мои тиммейты спали или их просто не было дома и они не могли зайти в раст. Я попвпхался, несколько раз проиграл и все-таки пошел фармить. Однако на фарм меня долго не хватило. Нахера так пугать-то? Дурак совсем, что ли? Я обосрался. Нельзя так делать. Опа, тело. Где? Прямо вот там, в той стороне. Тихо-тихо, не пуш, не пуш, не пуш, не пуш, не пуш, не пуш. Это опять с крыши стреляет. Все, давай, вот он. Добейте, пожалуйста. Вот он, прям здесь, добей. Леха. Отойди. Убили? Нет. Меня поднимите. Ну сколько в него можно попасть? Вы ведь убили его? Я 4 патрона пустил, хорош, хорош. Я 4 патрона в Вадима пустил, он мне мешался. Это было жестко. Вон пошел, что он взял. Угу. Еще идет, да. Котлета. Угу. Это уже не настолько жесткий чел, как этот. Вон он. Дал 2 тычки. Он мне тоже. Больно. Дал фичку. Хорошо. Нельзя дать киловатт ультануть. Я на откате, я на откате. Дал голову. Дал еще тычку, дал 2. Какого хрена он не падает? Заходим прям в спинку. Слип опять убил. Ну их единственное. И он близко.
Они в лесу сейчас им прямо это зайти, если в спину это шикарно. Бегут. Дал голову, минус 59, один. И он супер косой. Ай, вот это попадает, это слип. Он хорошо одет. Убил, 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 убил слип. Хорош. Отхожу, сейчас меня тут добьют. Добили. Чувак, пожалуйста. Сделай что-нибудь. Я вообще лежу, блин, надо килить. Хотя... Убил хорошо одного. Там, я не знаю, всё, может лутай, быть... Лутай, Вадим, лутай. Меня подними, просто, меня, меня подними. Да не нафиг, как ты не сдох? Как он не сдох, Вадим? Добей его, пожалуйста. Убил, вот убил, бежит, убил, убил, убил. Всё, убил, отлично, убил. Вот, вот, вот. Ну шо, это все? Нет, все, пацаны. Так, дайте мне стрелу, пожалуйста, стрелу. После такого неплохого ПВП мы подняли довольно много лута. Затем мы экипировались и пошли фармить серу. Взрывные устройства у нас уже были изучены с прошлого вайпа, и теперь нам необходимо было только накрафтить пороха и ждать разблока взрывчатки. Однако фармить ресурсы при онлайне в 90 это не слишком хорошая идея, и конечно же мы наткнулись на игроков. Более того, эти игроки оказались одними из лидирующих на сервере. Сейчас. Уна момента. Еще справа чел лег, слева, слева, точнее справа. Так да справа или слева? Справа. Понял, вижу. Да умри ты! Дал тычку. Умер. Хорошо. И слева. Он подошел к нему. Так это справа вообще-то был Дим. Ну, еще тот остался, которого первый раз увидел. Так, справа, я понял, у нас проблемы с ориентацией, вон там тело. Блин, он к вам идет. Их трое, их трое, их трое, их трое. Отходите трое, вниз, трое. Вниз, тянитесь, тянитесь вниз. Тут в упоре человек. Вниз, оттягивайтесь. Вон слева идет, рядом кому-то из наших подходит. Дал хит. Хорош. Ниже, еще один снизу. Дал хэдшот. Дал тычку. Умер один. Еще хорошо. Один умер. Тут снизу у нас еще. Второй, лол, лол, 4 хп не отхилился. Дал еще хит. Умер. О-хо-хо-хо-хо-хо! Это Палермо! Ой-ой-ой! Тут чел, тут чел, тут чел. Вы бы стягивали снизу чутка. Там еще один наверху. Наверху, вот их двое еще. Еще третий сейчас прибежит. Пацаны, надо оттягиваться, мы не вытянем. Сейчас за Палермо побежали, за Палермо вниз побежали. Палермо... Я-то у него был. Вот он тут. Вот тут тело сверху, рядом с тобой, Эвил. Сверху, прямо над тобой. Так я лежу. С дома уходит, с дома уходит, все с дома. Столкновение вышло неоднозначным. Сначала мы наткнулись на какую-то обычную группу пацанов, которую мы положили. Потом подошел сквад Палермо, из которого мы убили минимум двоих, Худрича и саму Палермо. После этого начался еще какой-то трэш, и видимо подошли они же и в большем количестве. Мы потеряли двоих, и я принял решение отступить, потому что пушить тех, кто имел выгодную позицию на горе, было бессмысленно. Да, мои стрелы. А, у меня нечем добывать. Лошадь, лошадь. Три лошади, четыре. Все, ждем Лёху. Сколько металл? Не знаю, 200 хватит, 300 максимум, не больше. В смысле, ты же залез? Ой, ой. А, спасибо. Тебя убило? Спасибо, папаша. Ты на мне припарковался, чтобы ты понимал. А он нас троих, по-моему, завалил, не? Да. Не, нормально, нормально. Я успел запрыгнуть, мне повезло. Пацаны, я не специально. Понимаете, когда двигается такая большая хрень под моим правлением, лучше отойти подальше. Ля. По сути, ты сейчас один хэт-трик. За секунду троих уложил. Блин, так бы против кого-нибудь, а не против вас, было бы шикарно.
бетоном, по идее, да, должны. Это их дом. Блин, то ли я его спугнул, то ли они такие это. Идет на меня, дал хит ему. Главное не спугнуть. Вот, уже двое. Один с лука по мне шил. Дал хит. Ладно, пацаны, хотя нет, подожди. Я подтягиваюсь. Да, пацаны, давайте все подтягивайтесь сюда. Все сюда. Пушат меня, меня пушат, сильно пушат. Отходи. Хелп нужен. Ну что, пацаны, не ждали, что нас тут больше? Упал один. Хорошо. Все, запушиваю. Только в лес сильно опять не увязаем. Я лутаю его. Прикройте. Хорошо, давай. Я и фрижу, если что. Так, все, я фрижу. Да я что-то там. Вот, 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 пришли. Аккуратнее, аккуратнее. Вопор. Кучу, ребят, пожалуйста. Отходим. Нет. Один на маркете, другой за гору, в гору. Уходите в гору через дорогу. Мы сейчас во многом благодаря тактике вывезем. Все, давай. Так, у него 20 хп. О, да. Вот это жестко. Понятно.